Саумастар бой эфирде пирамида патруль программасы. Кайгул кызматы күзөт кылып жүргөн кезде Toyota унаасы жол эрежесин бузганын байкашат. Ал экинчи тилкени кезип автобекетти көздөй бурулуп жөнөйт. Ага жол сакчылар токтоосун буйруп, изине түшөт. Уна токтогондо анын ичинде айдоочудан тышкары 3-4 адам олтурган. Ал эми рулду башкарып бараткан жарандан инспекторлор айдоочулук күбөлүгүн сураганда, ал жанында тиешелүү документ жок экенин айтат. Жол сакчылар айдоочуга айдоочулук күбөлүк жок уна башкарган мыйзам бузуу экенин эскертти. Ал эми бул киши тааныш командирлерим бар деп бир экөөсүнө чалып жатты. Инспекторлор мыйзам боюнча уна айып короого токтотуларын айтып, анын башка жол менен бүтүрүүгө аракет кылбарын кайтып жатты. Биринчи май районунда иштейт деген тааныш командири телевидение жүрөт дегенин угуп, ишти жеңин ичинен бүтүрүп салууга даяр алган жок. Акыры айдоочу унаанын ачкычын берүүгө да көндү. Айдоочу айып короого келгени менен командирден үмүтүн үзбөй жардамын күтүп жатты. Дагы бир жолу телефон чалып, инспекторлор менен сүйлөштүргүсү келди. Пайдасы тийбеген командирге бир жини келип, бир айып короого унаасын токтотуп койгон инспекторлорго ачууланган айдоочу акыры талаптарга баш ийүүгө аргасыз болду. Восемь восемь пять. Право приостановись.
Инспекторлор жолдон дагы бир унааны токтотуп, өздүк документин текшерүүгө алат. Анын себеби бул унаада машинанын үнүн катуу чыгара турган жабды орнотулган. Мамна экен. Аны текшерип. Бул катуу добуш чыгарган пирматок деп аталган жабдык катуу үн чыгарып, тынч жаткан адамдын уйкусун бузган учурлар дагы кездешкен. Не, покупали, может быть, ушундай болсо да? А завода такими стандартными чыгат. Вот слой полная трасса. Я уже это. Братан, смотри, там варит. Статью спрашиваешь, имеется в виду? 123, часть 1. Ну как у русских, 12.5.2. А я не знаю. А у вас стандарта же нет? Смысле стандарта нет? Стандарта нет, вы же не знаете, какой должен быть. Стандарт? Смотрите, да, посмотрите, какой должен быть. Ну, у вас же это переоборудование. А вот нету стандарта, что есть? Какого стандарта? Стандарт какой должен быть он? Ну, должен быть обычным, с завода, какими глушителями? А много у меня тоже на машине другой стоит. И... тоже тогда поставить? А он такой приехал. Бул инспектор менен коомдук жарандын каймайтышуусун комментарийсиз чагылдырдык. Окуя боюнча видеонун алдына пикириңизди калтырсаңыз болот. Стандарта не бывает таких? Не, у вас стандарт, чему вы идете? То, что звук есть или то, что банка другая стоит? Звук мы не избираем, То, что банка другая, да? Для этого должен быть аппарат. Шумомер должен быть. Ну, у вас нету шумомера. Шумомера у нас нету. Бул деген выхлопная газ на месяц кандидат изгортает из-за этого изменение системы. Изменение системы, а у вас стандартная есть? Прошу, но ничего не говорит. Нет, вот у вас стандарт, типа, какой у него? Не может быть, водитель стоит? Ну я пассажир. Пассажир. Ты знаешь, как ты сам вот. Но я смотрю, у вас стандарта нет, вы просто его снили, до него докапываете, да, то, что стоит другой. Извините меня, конечно, это уже диски тоже другие. Это получается. Нет, у него диски тоже другие. Но диски другие? Это же что, это переоборудование? Переоборудование грибить-то. А что, выхлоп он поменял его, где-то уронил, оставил по дороге, поменял, поставил, тоже это переоборудование? Диски сломал где-то, тоже. Тонировка тоже переоборудование. Стандартный бошкрик, извините. Вот мне покажите стандарт, пожалуйста. Я не обязан вам показывать, там стандартный бошкрик. У вас есть какие-то вопросы, это не какие-то дашь кабурасы, а там практика. И там будете разбираться. А если у меня тоже там машин что-то нет, это тоже стакан? Да. И как вы докажете, что... У меня, например... Если кайтот пэмбо, срок бар болса, адын практикага барасыз, ошон жакмынын сүйлөшөсүз. А если вы через полчаса меня остановите, как вы мне докажете? Оспаривать будете там, хорошо? Нет, я не оспариваю, я говорю, докажите, что он переоборудован. Доказать, адын пэмбо, что вам доказать, адын практикага барасыз, ал жакта оспаривать, ошол жакка барасыз. А ошон деле глушитель менен чыксаңыз? Как вы ему хотите что-то написать? Ошон деле глушитель менен чыксаңыз, сизге биз тез тарифтранка коюп, дальше там будет. Нет, как вы ему сейчас докажете, то, что он переоборудован? Доказывать не будем сейчас, тарифтранка коюбуз.
Вертенгозу там будет. Нет, вы же должны доказать ему, написать то, что он. Это он должен доказать. Родной дегенем. Виновен то, что. Это он должен доказать. То, что он поставил. Вы же должны доказать то, что он поставил. Нет, Адам практика, вы же должен доказать. Это у меня система такая, изначально с завода такой стоит. Это он должен доказать. Вы типа судан сухой. Вы просто останавливаете и пишете 5500 штраф, да? Машину загоняем на красную стоянку. Ну, то вы его сейчас загоняете, 5500 штраф пишете. Да? Да. На пустом месте, да? Он же не сам ставил. В смысле не лично сам? Он не ставил. Все это. Водители сами не ставят. Ну? Для этого ателье, там, СТО есть, ну, вот эти ставят, правильно? Как? За машину в смысле, и? Нет, это конкретный вопрос задавай. Я конкретный говорю, докажите то, что он ставит. Я тебе объясняю уже. Вы же ему сейчас штраф пишете, 5500, вы же ему будете писать. Или... Вот, докажите, что это он ставил, если вы на него. Если он не согласен, он имеет право оспаривать, да? А он оспарит. Ну? Он первый раз уже заплатил, он в этот раз в суд пойдет. Это 100% есть уже. Оказывается, вот этим, оказывается, вас загоняли, да, еще? А вам это первый раз уроком не послужило вот это убрать? Ну, у меня вот протокол стоит, у меня времени сейчас и денег нету. И получается, оплачивали и протокол оставили копию? Да. Ну, сейчас тоже такая система будет. Ну, сейчас, блин, на Ютубе, везде, видите, везде сейчас спор идет. Со всеми спор идет. Ютуб при чем здесь? Ну, блогеры, которые активисты, туда-сюда, все машины сейчас, видите, оспаривают. Ну, я тоже. Кто же может оспаривать? Сколько за? Когда вас оформляли? А? Когда оформляли вас? Недели две, по-моему. И когда вы сказали им о том практике, да, что поменяете? Да, они сказали, я с ними пообщался. Они говорят, потом деньги будут, я им объяснил, что да как. Они говорят, поработай. Они определенный срок дали его? Да. До какого числа? Ну, у меня он месяц как. Можете показать ваш протокол? Да, получается, это 7 месяц, 27 числа, да? А вы тащите какого числа? А? Машина, вы тащите какого числа? Там где-то через неделю, по-моему. Я там пока это. Через сколько? На следующий день ты идешь. На следующий день? Да, на следующий день. Ну я говорю, я с ними поговорил, они говорят вот так, поработай туда-сюда. А в чем чего тут мне дать? Потому что банок нету сейчас разных. А в разборе в Кудайберге нет, что ли? Не возят, что ли, такие? Нет. На Алтезу нет. Поэтому у меня времени нет. Еще и банка стоит. Вы где? Посмотрите цены. Я знаю, ну там косарь 2, по-моему. Стандартно стоит 4,5 тысячи. 4,5. А вот эти не знаю. А я на доставке работаю. У меня, думаете, деньги есть такие? У меня нету таких денег. Мне надо сейчас за мамой ехать. Вот я и езжу. Бензина нету, видите, я еду на заправку. Вот так и получается. Блин, чувак, где с контролем? У нас несколько верхов. Хорошо? Срок борту. Все, я понял, нет, я накоплю, поменяю, я знаю. Ютуб дору отру органы, толпать. Ну, свободное время, гуралал. Не, ютуб теле гуралал, да хоть любых активистов, я нагалвал, я им конкретно объясню, что как. Все, хорошо? Все. Устраняйся. Поменять, хорошо? Все. Коопсуз шаар боюнча айып пулун төлөбөй жүргөн айдоочуларга арналган рейдтин алкагында BMW унаасы токтотулат. Инспектор айдоочунун өздүк документин сураганда төмөндөгүдөй диалог башталды. Кайсы акча менен төлөш керек? Аз жумуш бар болсондо төлөчү. Жок, бар го. Штраф бар да. Мен оформлен эмес дейм. Жок, машинаңыз дастан болду эле штрафтан. Жок, болду эле. Документтер берип кон. Жок, мен бергенден эле штрафтан капаш керек болмо? Жок, документтер берип кон, аз көрөбүз аз. Мен көрбөм, көрбөм турбайсыз, текшерген турбайсыз. Текшерилекпиз азыр. Аз жакка чалып. Жакка чалып койду азыр. Аз жакка дейин обработанныйлар көргөдө. Документтер берип кон азыр. Жок, эми требованиям байке.
Документтериңиз көрөшүш керек. Жок, макул, бар, бирок эмне кылгандасыңар ошону айтпайсыңар. Азыр тияктан данныйлар келет. Эмне данный турбайбы машинанын? Данный азыр келе элек азыр. Жок, ошондо эмне штраф төлөш керек болуп атабы? Төлөш керек. Эми төлөйбүз да азыр. Жумуш болсун анан төлөйбүз. Төлөйбүз. Ошо документтерди берип бар. Азыр машинанын штраф станга тыгытылгандан эртең акчасы мындан чыгып. Эки тараптын ортосунда түшүнбөстүк пайда болду. Айтор темир тулпардын айдоочусу баш ийбестик кылып изин суутту. Документы можно? Документы, да, можно. Сейчас.